Всем самое доброе утро! Как вы видите, мы здесь, на новой квартире. Янка ворует чашки и уже умудрилась заморозить лед в морозильнике. Яна, почему двери не закрыты? Угу. И очень любит лед. Я не знаю почему. Расскажите, почему ребенок так любит лед. Яна, холодно на улице уже, зима скоро, горло будет болеть. Тебе для связок это плохо. Ты же у меня певица. На хор завтра, кстати, не забудьте. В общем, мы здесь, мы будем сейчас заниматься, скорее всего, уборкой. Да? Ты согласна? О, как здорово, Янка кивает. Значит, не трачу время, выключаем быстро камеру, хватаем щетки, швабры и начинаем тут все мыть и чистить. Пока я тут занимаюсь тем, что набиваю тело своего оленя, смотрите... Янка занимается тем, что подметает полы. Я вообще. Еще и помыть решила? Какая ты молодец! В общем, у нас сейчас будет тату-салон. Вот, нашли вот такой вот бриллиантик. У Яны, покажи сюда. У Яны тут вот хна. И сейчас она мне... Да, на иголочку. Точнее, на салфеточку. И сейчас Яна мне здесь будет рисовать бриллиант. Здесь будешь рисовать или где? Или здесь? Ну, это ты уже решаешь. Давай вот здесь. Вот тут. Вот. Нет, не здесь. Сейчас пока... Вот где-то здесь, да. Хорошо. Давай, рисуй. Выглядит какой-то открытой раной. Как на Хэллоуин, знаешь, как будто я порезала вены себе. В общем, было очень сложно, мастер был сильно пьян. Хорошо, хорошо, что это хна, и мы ее быстренько смыть можем. Но на что, как я еще раз говорю, не идешь ради своего красивого ребеночка. Вы посмотрите, какая у меня Янка хозяюшка. Полы помыла, а сейчас приготовила нам всем перекус из остатков продуктов, которые были в холодильнике. Сосиска, пельмени, моцарелла, помидор. Все это она поделила по-братски на троих. В общем, сейчас садимся, будем кушать. Приятного аппетита нам. Яночка, ты умница. Ждем, пока Янка обуется, оденется, и решили выехать за город чуть-чуть погулять. Погода прохладная, но, по крайней мере, пока еще не обещанный снег, он будет только на следующей неделе. Решили воспользоваться тем, что у всех нас выходной, и у мужа, и у меня, ну и у Янки, соответственно, и подышать хорошим осенним прохладным воздухом, может быть, пофотографироваться, в общем, посмотрим. Муж куда-то нас повезет, сказал, там очень красиво, в общем, поедем смотреть на эту красоту. Янка, куртку давай одевай, и уже выходим. Такой мелкий. В общем, Димка нас привез в грибной канал. Грибной с буквой Е. То есть не грибы тут растут, здесь грибать надо. Почему грибать? У нас Янка, когда была маленькая, как-то мы пошли в зоопарк показать ей зверей. А там была такой аттракцион, где давали весло и лодка, и надо было гребсти. И Янке так понравилось, что она кричала: «Мама, хочу гребать». Вот с тех пор Янка у нас умеет гребать, а это слово прижилось. Что-то грустное, смотри, как красиво. Правда, в воду всю слили, видишь. Дима сказал, что когда соревнования проводят здесь, тогда вода есть, и там, в общем, тут плавают. А сейчас тут очень много людей, ну как, с фотоаппаратами, в общем, фотосессии проводят. Давайте вам покажу вообще, где мы находимся. Смотрите, как выглядит все это интересно. Сделаны такие препятствия. Вот, воды сейчас практически нету. И вот здесь вот мостик какой-то стрёмненький. Так, мои все ушли. Пойдемте их догоним. Что я вам говорила? Видите, сколько фотосессию тут делают? Сколько тут людей? Все фотографируют. Наверное, как я в свое время обучаются на курсах фотографии. Вон Янка. К нам тут присоединился друг-байкер. И вот вдоль него можно вот так вот идти гулять. Смотрите, какая красивая осень. Кстати, ветер сегодня есть, но он такой теплый. А тем временем, смотрите, что тут Янка творит. Надо. Ух ты, ты мне букетик собрала? Круто, спасибо.
Смотрите, какие красивые места. А еще именно красиво, потому что мы сюда приехали вот в такой осенний день. А если бы еще это был такой день, как 2 дня назад, когда небо было голубое, я представляю вообще, какой вид замечательный бы у нас с вами получился. Но тоже мне нравится. Яночка вон спереди идет, красотуля моя. Уже в сапожках, потому что холодно, холодает. И, кстати, находится это совсем в пределах города Минска, чтобы вы понимали. Я вот иду, и я слышу звук машин, которые проезжают по кольцевой автодороге. Это недалеко от кольцевой, рядышком со Ждановичами. Кто Минский, тот поймет. На карте можно посмотреть и непосредственно сюда приехать и погулять. Очень здесь здорово. Идет там. Букетик мне подаришь? Нет, здесь идет обучение фотографии. А, да? Да, я ж когда обучалась фотографии, точно так же ходила. Нас тут были, как уточки, стайкой с фотоаппаратами тут бегали. Тоже? Да, все именно так. И тут? И сейчас будут еще говорить, знаешь, девочкам, что делать, и будут все их фотографировать. Мы же вернулись к парковке. Здесь она маленькая, но сегодня забита. Именно вы видели, потому что фотосессия проходит. Деток маленьких фотографируют. Учатся детской фотографии, наверное. Все, Димка прощается со своим другом-байкером. И мы садимся в машину. Ну, сейчас, наверное, займемся обычными делами. Поедем, зайдем в магазин, купим какие-нибудь продукты. В общем, чуть-чуть прогулялись, подышали воздухом, и это здорово. И жалко, что уже скоро будет снег. Хотя зимой тоже, я думаю, есть куда выехать. Просто было бы желание. Знаете, главное просто не сидеть дома, а вот находить вот это время, чтобы хотя бы на полчаса, на час проехаться и подышать воздухом, погулять. По-моему, замечательно. Мне так классно. Здесь воздух, правда, не сильно свежий. Все-таки город рядом. Но все равно здесь очень хорошо. Так, заехали в магазин, закупились. Давайте быстренько вам покажу. Сок сочный, батон, вот такие печенюшки, семга слабосоленая, именно ее люблю. Также оливковое масло небольшое, экстра вирджин, было на акции, недорогое. На этот раз взяли новые пельмешки. Ручная лепка с куриным филе. Вроде бы мы их уже ели, и нам они понравились, но я не уверена. Потом на всякий случай сосиски куриные. Масло у нас уже заканчивается. Мы тут с Янкой бутерброды полопали. Купили огурчики. Что еще? Бананы. Яблочки вот такие, сорт Гренни Смит, зелененькие. Янка ест только такие яблоки, остальные ей покупаем, она один раз откусит и выкидывает, а эти съедает все. Помидорки, что еще у нас тут есть? Взяла себе корень имбиря и лимон, хочу сделать такой напиток, с утра буду пить. Моцарелла сейчас тоже в соседях на акции, имейте в виду, недорого, там рубль с чем-то он стоит. Укропчик свежий, это моя любовь, всегда везде люблю добавлять. Вот это вот замечательная, необычная бутылка воды. Вот еще целенькую. Я на себе какие-то йогурты выбрала. Супер кит, клубника, Савушкин наш белорусский. Вроде бы я не помню, чтобы она такие ела, она говорит, что она уже такие ела, и растишку клубничную. Так, что еще? Еще Янка взяла каких-то себе Харибо конфеток. Эту бочковую капусту, она просто с ума сходит, а я терпеть ее не могу, причем даже запах ее не люблю. И салфетки. Все показала, да, Янка? Вот такой мороженое вот еще в холодильнике. Мороженое в холодильнике. Вот такие небольшие закупки, как вы видите, мы уже приехали, сейчас все будем раскладывать. Еще раз привет, мои хорошие. Я опять с вами, опять на этом диванчике. В общем, у нас потихонечку время движется к вечеру. Все, разложили продукты в холодильник, закинули, которые купили. Сейчас я думаю, что надо чего-нибудь перекусить еще. Яночка пошла гулять во двор. Кстати, надо еще здесь повесить шторку в душ. Я покупала, все, никак ее не повесим. В общем, тут еще много чего надо делать, что, в принципе, по чуть-чуть мы и делаем. И я особенно пользуюсь тем, что у меня сегодня выходной день. Янка пусть гуляет, здесь как раз много детей на площадке, тоже выходные. А завтра у меня рабочий день, завтра я буду работать. У Яночки завтра хор, потом уже к школе надо готовиться, поэтому сегодня такой день релакса у нас. Я сначала хотела подъехать еще на работу, но потом решила, что не, наверное, уже буду заниматься тем, что запланировала. Уже Маринка там без меня справится, я с ней только что говорила по телефону, пообщались с моей девочкой. У нее там все хорошо.
Вот, ну и что не может не радовать. Завтра еще обещает теплый день, это здорово, потому что уже с понедельника будем утепляться. Все, надо доставать зимние вещи уже, зимнюю обувь, шарфы, шапки. И уже все, уже так просто не погуляешь. Хотя я помню, когда я маленькая была, меня моя бабушка и зимой снег вывозила там, ну, в лес, звучит, да, страшно. Ну, просто мы с Николаем ездили и просто ходили, гуляли, дышали морозным воздухом, хрустели снегом, играли в снежки, что-то лепили. В общем, у меня такие детские воспоминания, как меня бабушка куда-то вот за город увозила. И я помню, тогда же не было, как сейчас, на каждом углу магазина, заправки, где можно купить кофе, чай, согреться, поесть. Вот. И вот ты ходишь, что уже весь замерз, уже все отмерзло. И у тебя единственное желание — это быстрее добраться домой, что-то покушать, потому что аппетит просто неимоверный, волчий, как говорится, да. А бабушка засовывает руку в карман, достает такую салфеточку, а в салфеточке кусочек черного хлеба и сало, настоящее, украинское. Такое вкусное. Это было самые вкусные бутерброды вот в тот момент. Вот, немножечко так вам поностальгировала. Это я к чему? К тому, что гулять надо всегда, независимо от того, какая погода на дворе, все равно надо находить возможность выбираться и гулять. Видите, сколько мне сейчас лет, а я вот вспоминаю, как я маленькая ходила с бабушкой зимой гулять в лес. Это же здорово, когда остаются такие воспоминания. Поэтому берите детей своих, берите внуков и гуляйте. Чем больше будете гулять, тем лучше. Дети не запомнят, как они рядом с вами в планшете сидели и играли. Вот как они с вами вместе гуляли, они точно будут помнить. Так, ладно, что у меня тут? У меня сообщение приходит. Янка вернулась, просит открыть дверь. Я пошла ее открывать. Я уже готовлю ужин. В общем, у нас на ужин сегодня будет картошечка, сосиски и вот этот салат, что мы купили с капустой бочковой. Ну, я не знаю, буду ли я его есть, я его не сильно люблю, но посмотрим. Хотела вам показать соль, которой я всегда пользуюсь. Это итальянская соль, сердце моря по-другому оно переводится. В общем, вот такая большущая коробка. Очень люблю именно такой вот среднего помола. Не люблю крупную, не люблю мелкую, а вот среднего помола самое то. И обязательно всегда смотрю, чтобы соль была йодированная. Ну, для жителей Белоруссии это вообще обязательно, вы знаете, после Чернобыльской катастрофы, как, в принципе, для жителей Украины. Но так как у нас все в сторону нашу пошло, поэтому для нас это особенно актуально. До сих пор мы следим все время за тем, чтобы в нашем рационе было достаточно йода. Все, ставлю все вариться, жариться, после чего покушаем, и мне надо будет садиться за монтаж видео. Это сейчас занимает много времени, я вам об этом говорила, поэтому давайте на этом буду уже с вами прощаться. Спасибо, что были со мной, спасибо, что смотрите. Я вас очень сильно люблю. Обязательно скоро увидимся.